сдалки там еще. У него был шанс в первом периоде. Бросок в дальний угол. Ежов спасает свою команду, как и в предыдущей встрече. Великолепно он вошел, конечно, в первой встрече сходу, холодный. Одну шайбу пропустил сразу же, дальше, что называется, закрыл дверь на замок. Ну, вот так и на генах. Давай не будем шутить. Ну, тут было больше метра. Ну, и кошечка сыграла здорово, кстати говоря, ближнего. Да, матч проиграл.